Машинку, машинку, быстрее, пока вертолет не упал, не поломался. Всем привет! Привет! Вы на канале Family A. Сегодня мы будем открывать конструктор Лего. Ну что, поехали? Кто будет распаковывать? Я! Это набор Лего Сити. Давайте посмотрим, что внутри. Четвертый. Вот это первый. Это второй. Это третий. Это выступилось. Это четвертый. Нет, это не выступилось. Это запасные. Так, и что у нас здесь было в коробке? В коробке у нас две инструкции. Инструкция 1. Вот первая. Инструкция 2. Инструкция 2. И тут 1, 2, 3, 4, 4 пакетика. Есть наклейки для вот этих, наверное. Там, наверное, будет какой-то транспорт, потому что здесь написано да. Транспорт. Я не правильно, и эта наклейка, да, будет на транспорте. На вертолет. Свят начал изучать инструкцию. Изучать. Открывай книжечку 1. О, это книжечка 1. Так, надо вот эту первую показать. Страничку. Самую первую. Вы уже на четвертой. Первую. И поехали. Так. Взяли. Вот это первая. Это первый. Так, первый, что первый. Нам нужно? Вот это пока надо распаковываем первый пакетик. Опа! Есть, первый пакетик пошел. Так, в первом пакете мы должны собрать вот эту конструкцию. Это, наверное, будет автомобиль. И вот этого человека. Это и поехали. Это будет вертолет. А, нет, это машина. Но это что-то будет, но мы посмотрим дальше. Все, поехали да. Собирать. Мы его уже высыпали. Собираем? Да. Давайте. Смотрите, мы уже сделали деталь с первого пакета, теперь будем приступать к наклеиванию. На низ, нижний бок. Нет. Вот так вот клей сначала. Вот это да. На нижний. Чуп. А то. Вторая. Вот туда, вот туда, вот туда. Вот сюда. Раз. Щук. И получилось? Да. Номера. ПМ 60-183. Вот так. Ну что, приступаем ко второму? Вот он. Мама давай откроет. Мама умеет. Так же самое, как и связь. Девочка, сиди пока на коробке. Так, ну что, ребята, отставляем первую деталь. Которую да. Мы собрали. Мы высыпали уже детали со второго пакета. Я буду собирать. Поехали собирать. Есть у нас инструкция на второй пакет. И продолжаем собирать наш автомобиль. Да.
кондиционер. Так, пока Влад и Свят собирают, я вам покажу, что у нас должно получиться. Вот у нас должен получиться такой транспортер и вертолет. Ну давай, Свят. Пап. Не волнуйся, аккуратно. Деталь собрана. Еще не присоединяем. Продолжаем дальше. Но у нас уже транспортер почти собран. Угу. Почти, ребята. Еще осталось совсем... Потом еще надо вертолет еще собирать. Ну, это конечно. Уже продолжение так, там еще транспортера надо собрать. Это мы только половину, прицеп. Наверное. Нет, это еще мы большую часть даже не начали. Да, это мы только... Ну, давайте, давайте. Это соберем. Только начало еще. Это только начало. Все это там? Нет. Та-да-да-дам. Прицепляем бампер. Слушай, ну водителю там круто. Чашечка кофе стоит. Вуаля, прицепили бампер. Есть, бампер прицепили. Поехали дальше собирать. У нас осталось очень мало времени. Так, цепляем. Машина вырисовывается. Прицепили мы лобовое стекло. Прицепили крышу. Нет, все правильно, она должна дуть назад. Нет! Вот! Закругление должно быть внизу. Вот! Машину, теперь садим человечка. Садим и человечка колеса. И приделаем и колеса. Все, собрали машину. Папа режет тоже. Продолжаем дальше. А надо еще один. Смотри, еще один. Нашел, да? Нет. Я тоже не снимаю. Так, ребята, в процессе. Прицеп уже почти готов. Оба-на! Прицеп готов! Да. Ну что, прицепляем! Присоединяем к машине. Не присоединяем, а прицепляем. Прицепляем. Хопана! Все, ребята, не прошло и двух часов. Транспортер готов.
Еще остался вертолет. Поехали собирать вертолет. Транспортер отъезжает, а мама высыпает. Четвертый пакет. Дядька, последний, дядька, заключительный. Дядька. Собираем дядька, вертолет. Открой. И сделай это. Я всегда мечтала сделать вертолет. В Лего. Это не вертолет. Это не вертолет, а лодка. Лодка? Да, вот же. А мы продолжаем дальше собирать вертолет. А то тебе помогаю, а ты мне. Бим-бим-бим-бим. Завершающий этап. Завершили. Пилота посадили за штурвал. И полетел вертолет. Ну что, ребята, закончили мы транспортер и закончили вертолет. Вот он у нас такой вертолет получился с пилотом. Такой и транспортер. А если вот так вот смотрите. Смотрите. Вот этот. Посадим. Этот транспортер предназначен для того, чтобы перевозить вертолет. Вот это композиция. Машинку, быстрее, пока вертолет не упал, не поломался. Его сюда куда-то. Вот так вот. Вот это ставим. Вот, не трогай. Я колесики двигаю. И вот это... Не знаю куда. Вот это, наверное, вот так. Под низ! Вон. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока! С вами был Влад и Свят. До новых встреч!